Всем привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Юра. Я 5 лет прожил уже с семьей в Канаде. Я обычно записываю каждое такое видео ежегодно. Год в Канаде 2, 3, 4 и вот 5. Но обычно, если я рассказывал только за промежуток времени, который произошел, там, что произошло за последний год, то в этот раз я решил как бы быстренько подытожить, что произошло за 5 лет нашей жизни в Канаде, поскольку кто-то может видеть меня в первый раз на Ютубе, и таких, наверное, здесь много. Перечисляю деньги с Трансферго лично и очень рекомендую вам главный офис Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание! Теперь первый перевод по ссылке не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Поехали! С самого начала очень коротко. Я решил уезжать в Канаду, и способ был стать дальнобойщиком. Дальнобойщиком я тогда не был, и я понял, что это самый лучший способ быстренько научиться. Я получил права и уехал, в общем, отработал по Европе 2 года и быстренько эмигрировал в Канаду. Это все есть на моем канале, подробно, детально здесь не буду это освещать. Суть в том, что я не имел профессии для эмиграции, я ее заимел и уехал по ней. Итак, переехали мы сюда, в первый раз я вступил на землю обетованную в августе, 19 августа 2017 года. Вот так это было. И дальше мы спустя полгода получили перманент резидент, так было тогда тоже, такие условия можно было. И потом мы, в общем, сдали экзамены на гражданство вот в это воскресенье, которое было сейчас. Все, как бы сделали последний шаг, нам еще нужно будет церемонию пройти и так далее, получить уже сам паспорт. Но самое главное, это вот уже то, что мы сделали, то, что от нас зависит. За это время мы жили в Манитобе, мы эмигрировали через Виннипег, мы жили в Манитобе, сейчас мы живем в таком прекрасном месте, на Ниагарском полуострове, прямо посередине между двух огромных озер, Great Lakes, которые Онтарио и Эри. Нам здесь очень нравится, климат здесь просто по факту, там как в Киеве, как в Европе, очень классное, абсолютно не холодное место, ничего такого. И не знаю, нам здесь очень нравится. Постепенно, давайте расскажу теперь, что было, да, 2,5 года мы жили в Манитобе, 2,5 года мы вот уже живем в Онтарио, в общей сложности 5 лет. Может быть, будет немножко вам мешать шум воды, да, но я повторюсь, мы сейчас на пляже, у нас прекрасный воскресный день, поэтому здесь я решил записать, руки в другом месте не дойдут. Итак, 5 лет я сравниваю себя только с собой, это очень важно говорить, ни с кем другим, кому-то мои достижения покажутся пшиком, для кого-то это будет что-то сверхъестественное. Я поэтому сравниваю себя только с собой. Итак, поехали. Переезд, я сказал, получил профессию, переехали, живем, скоро получим гражданство. Это очень важно. Новые знакомые у нас появились. Честно сказать, что жизнь так поворачивается, что это как и плюс, так и минус. Были знакомые, которые, спасибо там судьбе, что отвела от них. Были знакомые, которые там, к сожалению, судьба отвела от них. Но в целом, как бы все хорошо. И иммиграция, и новое знакомство, это очень-очень-очень неплохо. В этом году я был уже там второй раз в Украине, мы с семьей все съездили в Украину. Я очень рад, мы вернулись в ноябре. Я очень рад, понятное дело, да, что как бы я не застал там войну. Все-таки мы здесь уже долго живем, здесь наш дом. Тем не менее, мы всей семьей съездили в Украину, побыли там с месяц. Также мы, естественно, с семьей здесь ездим, отдыхаем и во Флориду к друзьям, ездим в Британскую Колумбию, Викторию, Либан, в Калгари. То есть по Северной Америке с семьей поездили, попутешествовали. Я лично, конечно, вообще много и Майами, и Лос-Анджелес, и Нью-Йорк-Сити. Но это как бы больше благодаря работе. Я оставлял машину, шел гулял. Но с семьей в целом мы тоже ездим классно, отдыхаем. Кемпинги мы очень любим, такое, да, и... В общем, так, давайте что еще. Пока еще за то, что можно, нельзя точнее потрогать. Еще опять же, война так уж случилась, что Россия, да, напала на Украину, но как бы я на это повлиять не могу, поэтому нужно смотреть только, что мы можем, как бы, что я полезного как бы из этого могу сделать. Открыл в себе, как и многие другие, я просто это знаю, не то, что я догадываюсь, я это знаю, открыл в себе как бы добродетеля, что ли. Все многие украинцы пытаются сейчас, где бы они ни жили, пытаются помочь Украине. И они это делают кто как может. Я
Я бы с радостью вам, например, записал бы видео тут с дрона, какой прекрасный пляж, но дрон я свой отдал армии. Надеюсь, он там кому-то жизнь спасет через Сергея, своего флоридского товарища. Он отдаст, чтобы он убедиться, чтобы он лично дошел до армии. Я переводил деньги с украинской карты и с канадской. Я переводил, для меня большие суммы денег. Для кого-то, повторюсь, может, они незначительные. И жильцы у меня, которые жили в Киеве на арендованной квартире, тоже я им простил оплату. Они не платили, пока у них не было возможности. То есть мы, как бы все, мы стараемся помочь. И я для себя нахожу это плюс, потому что, как бы, сколько отдавать, я раньше никогда так не делал. И я думаю, не только я, для многих так. И при этом чувствуешь себя только лучше, никак не хуже. Это помогает, мне кажется, как в личностном развитии. Так, идем дальше. Давайте так, что ж теперь, может быть, что-то еще буду забывать, поэтому буду подсказки смотреть. Итак, свой дом у нас здесь есть. Мы живем в своем доме. Дом практически 200 квадратов. Дом как бы semi-detach называется. Дом находится в городе Велланд. Если вы посмотрите по карте, в Ниагарском регионе. Это прямо по центру вот Ниагарского полуострова. Это кому интересно, как бы, где мы живем. Дом как бы semi-detach, это значит по-нашему пол дома, да. Но здесь это абсолютно автономно. У вас свой адрес, свой двор, свой драйвей, то есть все абсолютно свое. Он такой как бы четырехуровневый, я бы сказал двухэтажный, но нет. Там дело в том, что на самом деле как бы такие, сзади он двухэтажный, спереди одноэтажный, на самом деле там четыре уровня. Ну, интересно, тем не менее, места хватает всем. У нас отдельный юнит, который мы планировали сдавать на рент. Сейчас у нас тоже все наши родственники из-за войны живут у нас. И благодаря им в том числе, спасибо, мы закончили ремонт внизу. То есть, все-таки у нас как бы есть отдельный rental unit, что тоже неплохо для Канады, когда у вас есть мало то, что свое жилье, еще то, что вы можете сдавать, это очень-очень неплохо. Итак, ремонт закончили, как бы, поэтому очень довольны тоже. Дальше. У нас есть две машины свои. Две машины. Одна это старенькая Honda Civic 8 года. И один у нас Nissan Murano 2017 года. Мы его покупали, вот да, ему было 3 года. 77 тысяч пробега. Шикарная машина. Я о такой даже не мог мечтать 5 лет назад. Я еще ездил на Ланосе. Поэтому для меня, повторюсь, для меня это огромное достижение. Но здесь по секрету для своих подписчиков скажу, что мы в процессе ее замены, и в этот раз я решил все-таки поменять, чтобы она соответствовала всем моим нуждам. Конечно же, деньги это уже... Ладно, это долгая история. В общем, машина у нас будет еще больше, еще лучше. Мы просто... Я не покупаю машины в кредит. Давайте так. Сейчас меня сразу начнут там закидывать какашками. Я не покупаю машины в кредит. Все машины, которые у нас были, не считая первой в 2006 году, с завода мы брали в Украине, я ни разу не покупал машины в кредит. Итак, дальше. У нас есть свой трак, который, как я и говорил, я тоже не покупаю в кредит. Я купил его и вложил денег в ремонт. И я на своем траке, да, кто не знает, что работаю дальнобойщиком. От этого выходит теперь следующий пункт. У нас своя транспортная компания. Я открыл свое авторити. Авторити я детально расскажу, что это, как, с чем его вообще едят. Но авторити это, то есть, я могу и делаю это уже успешно, слава богу. Там сначала не очень успешно, но уже успешно 3 месяца. И мы сами себе ищем грузы. И забегая наперед, могу сказать, что товарищ мой уже вот будет первый работать со мной. У меня, наверное, будет первая компания траковая, где люди не будут работать на меня. У меня люди будут работать со мной, потому что мне не нужен работник, а вам не нужен начальник. Честные коммерческие отношения, где я беру груз, забираю свой процент, и отлично, все работают, все счастливы. Такой у меня план. Не хочу я быть никому боссом, и не хочу, чтобы у меня были работники, в то же время я не хочу за них отвечать. Но я не буду говорить, что я открываю компанию свою, открыл, для того, чтобы сделать всем хорошо. Как многие там рассказывают, да, я честно не понимаю, по мне любой бизнес первым делом открывается для того, чтобы заработать себе денег, но, естественно, если вы можете заработать себе, при этом дать заработать другим, то это 100 раз лучше. Так я собираюсь сделать. Я не говорю, что моя компания лучшая в Канаде или будет лучшая в Канаде. Я говорю о том, что она, по крайней мере, будет на 100% честная, и если брокер заплатит на 1 цент больше, то я вам об этом скажу, что он заплатил на 1 цент больше, и вот это твои деньги. Едем дальше.
благодаря тому, что я овнер и как бы сам работаю на себя, и ребят даже не благодаря этому, я уже практически 2 года работаю 4 дня в неделю. Я знаю, здесь есть целая, там, особенно в группе у меня, это видео выставлю, есть целая у меня там армия людей, которым Канада, наверное, сделала что-то плохое, у них что-то не получается, они не знают, как здесь выживать, рассказывают, что я не рассказываю о минусах, но если я наслаждаюсь здесь жизнью, у меня просто все прекрасно, у меня даже в материальном плане все хорошо. Да, я не живу в центре Торонто, в особняке в каком-то, я живу в доме, который нам нравится, который не новый, он 87-го года. Но мне все нравится. И машина у меня не Mercedes или не BMW. И не будет Mercedes, BMW там. Или... Потому что я не хочу, я не понимаю. Я понимаю, я покупаю то, что мне нравится. Вот конкретно иду, и перед тем, как купить ту машину, покупаю. Иду, я просто иду и смотрю, и мы делаем то, что нам нравится. Не то, что нравится другим. Не то, чтобы другие сказали, вау, типа, какая у тебя крутая машина, или какая у тебя там крутая шапка, а не за 10 баксов, там где-то с Dress for Less из США. Мне вообще пофиг. Так, это, кстати, здесь у меня так напутано, но здесь возвращаюсь, придется уже перескакивать. Возвращаясь еще к разным материальным ценностям, я просто, естественно, не говорю то, о чем здесь, как бы, для всех норма, то, что у детей здесь, например, велосипеды, самокаты, ролики, коньки, разные Xbox'ы, телевизоры, куча, это все просто даже, я просто не говорю об этом, это... У меня не было возможности всем этим владеть, когда я жил в Украине. Я благодарен за это стране, хотя это не из того, что мне платит государство, я это зарабатываю сам. Тем не менее, я очень благодарен об этом стране. Я еще так вот выписал инвестиции. Здесь нужно сказать спасибо моему другу. Я, если будет много желающих, я почитаю комментарии, расскажу за свои инвестиции. Но благодаря своему другу из Торонто... Я начал заниматься инвестициями в акции. Я не рекламирую их. И опять же, если будет достаточное количество людей, я сделаю такое видео, я их не рекламирую, потому что вы там можете потерять свои деньги. Я могу сказать так, что я приехал с 15 тысячами долларов. Это все, что у меня было 5 лет назад. И у меня сейчас как бы больше, давайте так скажу, больше. Как бы, это очень рад. Это НЗ вообще. Это деньги, которые не трогаются, деньги, которые будут развиваться и идти дальше. Но, тем не менее, это к тому, что я обычный работяга. Я практически все время работаю один. У меня жена работала чуть-чуть там где-то, то part-time, то как. Но в целом все заработки это зарабатываю я на всю семью. Здесь, кстати, следующий большой важный шаг для нашей семьи. Мы забрали Настю с работы, мы забрали жену с работы. Она работала последний раз в Value Village продавцом, и мы забрали ее. Теперь она работает на нашей корпорации, она диспетчер, она ищет грузы. Всему этому пока делаем вместе, но в целом это будет ее работа. И также мы ее забрали с работы, чтобы открыть свое авторити. Она занимается открытием авторити от нас. Потратила на это там месяц, скажем, это стоит здесь у людей 2-2,5 тысячи. Поэтому если кто-то задумается на своем траке открывать авторити, то 2-2,5 тысячи в зависимости от того, что вам нужно. Это средняя цена по Торонто. В зависимости от того, что вам нужно, как бы Канада, США или только там Канада, то можете обращаться. Я сделаю видео, все равно расскажу, что для этого нужно. Не то, что это какой-то секрет. Просто из того, что мы столкнулись, когда для того, чтобы открыть прям свою компанию, все делают там список там, из 5-10 документов. Но на самом деле, для того, чтобы вы ездили совсем полностью по правилам по Канаде и США, имели все там пересечения, границы, растаможки, все, чтобы это было, то там документов гораздо больше. Поэтому вот заодно прорекламировал еще нашу одну возможность, чем мы можем... То есть вы можете это сделать сами. Это реально. Вы потратите на это свое время. Ну, как всегда в жизни все устроено. Вы либо тратите свое время, либо вы тратите свои деньги. Либо вы тратите чужое время, либо вы тратите чужие деньги. Как кому угодно. Так, здесь я еще написал, да, первый наш, как бы, компаньон, он не сотрудник, тем не менее, да, это тоже приятно. Еще я кое-что покупаю на свою корпорацию, но об этом позже, поскольку это не входит в эти самые 5 лет, которые мы отработали. Итак, ребят, подведя итоги, могу сказать, что в целом есть, конечно же, у страны свои недостатки, как у любой другой. Покажите мне идеальную страну. И там 100% есть недостатки. Я не верю, что есть идеальная страна, иначе там бы жили бы все. Подведя итоги, могу сказать, что это просто на самом деле
я принял прекрасное решение, и здесь страна дает возможность развиваться, если вы этого хотите. Если вы будете сидеть, ныть, как все плохо в Канаде, там есть такие, я говорю, сейчас в группе, в комментариях будут писать, что у того не получилось, у меня не получилось или что-то. Я повторюсь, у меня все хорошо в материальном плане и в нематериальном тоже. У нас дети счастливы, у нас семья, прям у нас прекрасно, мы уже, ой, сколько, блин, лет уже там в браке. В общем, очень давно. И все хорошо. Отчасти, наверное, это потому, что как бы есть морально, есть материальная какая-то, да, такая благосостояние, что ли, материальное. Но так не всегда далеко было. И здесь, в Канаде, для нашей семьи лично, это изменилось. Мы проводим очень много времени с семьей. У нас есть возможность купить все, что мы хотим себе купить. И я начал бизнес, и скоро мы получим паспорта. И это все, ребят, спустя 5 лет. Главное тут понять, что это не сейчас началась наша жизнь прекрасная спустя 5 лет в Канаде. Она была прекрасная с первого дня. И это тот самый момент, когда приятно достижение, приятен путь к достижению цели, а не сама цель. Потому что по факту цель уже достигнута. Я живу уже в прекрасной стране, с прекрасной семьей, прекрасной жизнью. О, слава Богу, все хорошо. Поэтому вот так. Кто хочет сильно послушать негатива, минусов о Канаде, ищите. В Гугле полно таких, в Ютубе полно таких. Вам люди расскажут, как им плохо. Нам здесь хорошо, поэтому я рассказывать об этом и не буду. Всем пока, удачи, будут вопросы, задавайте. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь, вдруг кому интересно. Будет теперь немножко о бизнесе, о работе, о как это все будет. Теперь, может, не только я буду работать, буду обо всем этом рассказывать. Буду рассказывать, как открыть бизнес, буду рассказывать о затратах, буду рассказывать о работе, в общем, больше. Всем пока.